В Хабаровском крае взят по стражу 37-летний житель поселка Ванино, которого обвиняют в распространении и хранении детской порнографии. Выйти на след мужчины заставили обращение жителей поселка, которые стали замечать незаконные ролики в общем файлообменнике одного из местных провайдеров. У оперативников из отдела К на поиск злоумышленника ушло всего 2 дня. Изготовлением роликов любитель пикантного видео не занимался. Он коллекционировал файлы, уже имевшиеся в интернете. Установлено, что мужчина находил в сети интернет ролики порнографии графического характера с участием несовершеннолетних, после этого сохранял их на свой компьютер и распространял на общедоступных ресурсах. Когда полицейские нагрянули к фигуранту с обыском, он объяснил, что не является ярым приверженцем деликатных материалов, главные герои которых – дети. Но если объем жесткого диска позволяет, почему бы и не сохранить? А вам доставляло удовольствие смотреть диск порнографии? Ну, как? Поначалу да. А потом? А потом, потом уже по привычке качал, но мне не особо такое. Классическое лучше. Мужчина признал свою вину лишь с одной оговоркой. Он не распространял видео, а лишь создал условия для обеспечения доступа, что, собственно, тоже укладывается в рамки предъявленной статьи. За оборот детской порнографии жителю Ванино грозит до 10 лет лишения свободы. С места происшествия Анастасия Кузьмина по материалам пресс-службы Краевого УМВД.